Короче, ребят, мы с Женей идем куда-то. Вы скоро узнаете, куда. Заводим. Итак, ждите нас в Сиэтле. Пока! Короче, ребят, вот мы появились в Сиэтле, и сейчас будем оплачивать себе парковку вот здесь вот. Оплачиваем себе стояночку, парковочку, вот. Пишем свой license plate, а у меня там такой. Все правильно, все. Теперь нажимаем ОК. И тут они спрашивают, а на сколько вы хотите? На 1 час? Тогда заплатите $10. Нам достаточно будет 1 часа, и поэтому мы выбираем опцию номер 2. Скажи привет, Жень. Всему Сиэтлу. Сиэтл — это как Москва, знаете, вот. Вот что-то родное, понимаете? И мы тут такие с Женей идем, купили себе парковочный билет. Открываем, ложим вот сюда. Все. Закрываем свою машину и идем. Итак, мы сейчас очутимся в центре города. И вот мы попали в центр города. Да. Вот, смотрите, какой он красивый. Скажи что-нибудь, Жень. Пробежим. Это, конечно, нельзя такое делать, но... Вот, смотрите, как здесь красиво, ну просто вообще... Вообще, ну... Жень, давай быстрее. Вообще, он... Вот, смотрите, это вот прям центр города. Вот прям мы сейчас в даунтауне. Прям в самом. Сиэтл такой огромный, что прям вообще начинаешь его немножечко узнавать, знаете. Вот, и поэтому люди идут и вообще не обращают на тебя внимания. Что мне нравится вообще в американцах, то что они просто не обращают внимания, не снимают, ну, блогеры, ну и чё. Надо сейчас на кнопку нажать, чтобы можно было перейти дорогу. И вот мы с Женей идём. Жень, скажи, что... Задай вопрос, я задам ответ. Как у тебя дела вообще? Отлично. С тобой гуляю, как видишь. Тебе нравится со мной гулять? Спасибо. Я оператор, ты овнер. Он мой оператор, да. Да, и, ребят, у нас уже сколько там, уже 150 подписчиков на нашем канале. Ну просто бахнули конкретно. Какое-то понятие, может, они слова это не знают. Бабахнули просто. Ой, да. За февраль набрали 150 подписчиков. Это просто вообще, это где слыхано? Где это видно? Просто вот у меня новый канал, у меня уже 150 подписчиков. Короче, ребят, если вам нравятся вообще наши влоги и прошлый влог, если вам понравился, вот мы подошли к самой огромной, к огромному зданию вообще в Сиэтле. Это классно. Прямо пойдем? Прямо. Окей, пойдем прямо. Сейчас мы подождем, пока нам можно будет здесь пройти. И сразу же пойдем. Вот это вот самое большое здание. Прям стрижень. Нам нельзя здесь, но мы русские. Нам можно. Да, сейчас нам нужно будет пойти вон туда. Да. Жень, тебе нравится Сиэтл вообще? В общем, нравится. Вот, ребят, вот мы и подошли к самому большому. Просто самый здоровенный. В Сиэтле. Вот, и сейчас будем пытаться пробраться туда. Как видите, вон, есть вход туда. Если есть вход, значит, можно как-то пробраться. Быстрее. 1-1-1, 0-0-0-0. И нам нужно вон туда. О! Columbia Center. Джей, давай. Вам нравится Starbucks? Если вам нравится Starbucks, напишите в комментарии, что ли, что-нибудь, да, Жень? В комментариях, ставьте пальчики вверх. Да, и подписывайтесь на канал. Мы будем все время это повторять, пока вы не подпишетесь. А, смотри. Мы какую-то другую дверь нашли. Сейчас будем пытаться войти. И здесь тоже закрыто. Пойдемте дальше. Идем мы дальше.
заходим на какую-то эту лестницу. Вот. Надеемся, что есть какой-то проход в то здание. Ребят, если вам нравится это место, ставьте лайки. Пойдемте туда дальше, пройдемся. Мы все-таки одолеем это здание. Преодолеем. Просто преодолеем и все. Кто знает Columbia Center? Пожалуйста, скажите нам. Ну ты вообще просто вообще. Давай заходи сюда, поговорим по душам. Смотри, как здесь красиво, Жень. Просто вообще смотри. Интересно, как можно туда пробраться? Скажи. Смотрите, видите, вон, мы хотим на это здание попасть. А мы не знаем как. Ребят, если у вас есть какие-то предложения, как можно туда пробраться, то пишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, но. Ладно, мы это здание оставляем в следующий раз. А сейчас пойдем куда-нибудь. Вот, да, прям по центру. Самое главное не заблудиться, да? Пойдем туда вниз теперь. Мы идем вниз. Сейчас я вам еще кое-что покажу. Если здесь можно пройти, то будет очень здорово. Тут закрыто. Это пробовал. Вот. Ребят, кто был в Columbia House, тоже пишите. Если был, ставь лайк. Если не был, все равно ставь лайк. Посмотрим, что там внизу. И вот мы в метро попали в метро. Да, это как в Москве. Примерно как в Москве. Пробуем залезть. Сейчас залезть же или не залезть? О, нет, там охранник. Там будут какие-то вопросы. А вон туда он. Куда-нибудь вон туда. Ага, здесь нужно оплачивать. Только тогда. Ребята, а вам нравится общественный транспорт? Или не нравится? Мне нравится. И вот мы сходим с элеватора и идем вон туда и куда-нибудь. А, здесь вот уже. Это выход. Сюда, интересно, можно пройти? Здесь закрыто. Что-то сегодня какой-то закрытый город. Просто вообще. Я хотел тебя спросить. Чё? Я у тебя первый раз попал, где там был постоянно. Где? Давай, там метро. А, нет, ни разу там не было. Вот. Так, а куда нам идти? Можно ориентироваться по тому большому зданию. И мы с Женей решили все-таки пойти обратно, через который мы туннель прошли. Улица Черри. Да, сейчас на улице Черри какой-то. Вот Женя сейчас смотрит, спасает нас просто. Так что, ребят, поддержите нас лайками, ну и мы найдемся.
мы найдем нашу машину. Жень, как ты думаешь, мы найдемся или не найдемся? Найдемся. Да. Мы найдемся, ребят. Мы найдемся. Google всегда поможет. Да, Жень? Жень, куда нам идти? Мам, ну туда надо идти. По тому зданию мы будем ориентироваться. Если мы потеряемся. Вот. Ну, мы не потеряемся. Да, мы с Женей в этой части Сиэтла первый раз. Если что, нам дядя полицейский поможет. Вот и все. Куда нам идти теперь? Не помнишь? Переговорщик дорогу. Вот, какой здесь красивый, да. Вот это вот место я помню. Вот, мы будем с Женей потихонечку изучать. Жень, как ты думаешь, сколько стоит постричься в Сиэтле? Может быть, 40 лет или 30. Вау, это дороговато. Ты прав, Жень. Вот там мы с Женей превью для видео делали. Мне вот это здание очень нравится. Красное такое вот. Я прям селфи сделаю. Чик-чик, чик-чик. Да, вот интересно, куда сейчас идти? Так описать города и идти гулять. А я думаю, что мы пришли где-то вон оттуда. Короче, ребят, это просто очень что-то. Мне так не нравится, когда люди курят. Прям побежим. Мы, короче, с Женей зашли на карты, короче, ну на телефон, и он мне определил, что типа я припарковался там-то. Вот, и говорит, что у тебя там машина вон. Мы такие, вау, ничего себе. Он определил, вот реально определил, что я припарковался там. Просто вот смартфоны есть смартфоны, вот реально смартфоны. Вот, и поэтому мы сейчас счастливо идем домой. Да, я уже помню это место. Вот. Я просто удивляюсь. Мой телефон определил, что я в каком-то месте там припарковался. Это просто так удобно. Ну окей, ребят, вот мы и дошли до моей машины. И мы с Женей собираемся ехать домой. И если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И давайте свои идеи, где, куда пойти еще снимать видео. Мы будем снимать еще больше и больше и больше. Так что, ребят, вот сейчас мы перебежим дорогу. Пойдем быстрее. Женя, надо быстрее. Ну все, с вами был Паша и Женя. И подписывайтесь на наш канал, не забывайте, ставьте лайк, досматривать видео наше до конца, делиться им и сотрудничать с нами. Да, Жень? Ладно, всего хорошего вам. Пока!